Упор это упорство. Лакановские мотивы. Мое подсознание манифестирует меня в моем упорстве в неудаче. Я стремлюсь к возвращению туда, где мне было когда-то. Возвращаюсь туда и не нахожу того, что когда-то, того, кто когда-то. Не могу возвратиться. Доступно мне лишь повторение. Я повторяю, повторяю один и тот же неудачный сценарий. Что за удовольствие я получаю от его неудачи? Почему я стремлюсь повторять и повторять его вновь? Наличие моего подсознания, ни его содержания нет, только наличие его уже готово загнать меня в ужасе под шкаф. А содержание? Наслаждение, удовольствие. О, только не это. Нет, именно это то, чего я жажду. Желание мое, желаемое мое. Но нет, я не могу позволить его себе. Ни за что и никогда. Я стыжусь своего подсознания и содержания его. Я испытываю глубокое чувство вины за желание наслаждения. И только так я могу схватить его за руку. Мое подсознание. В этом конфликте меня и его, в этой нескончаемой вине. Да, как говорили древние, истина в вине. Только так я могу узнать о его существовании и не смогу убежать от него. Мир невозможен. Только конфликт. Только хардкор. Forever. Упоротое упорство.